Добренько. Всем добренько. Так что все, поехали, друзья, поехали врываться чисто, мать твою, на позитиве. Эх, хорошо пойдет. Извините, все, больше не буду. Просто моя любимая игра, черт бы ее побрал. Так, ну что? Да, с такими мотыляниями нас точно нахрен. Да, хрен попадёт ты в эту банку, мать твою. Да возьми ты, блядь, её в руки-то, сука ты, тварь ебаная. Ты ублюдок, упырь проклятый, ты можешь взять банку? Заколебал нахрен ты, уёбака. Ну и чё толку? Его как мотыляло, так и будет мотылять. Вот сейчас поспишь, он дальше мотыляет. Да ему похуй, ёпта. Он сказал, да я рот ебал ваши эти сны. Я все равно буду мотылять и сдохну. И чё хочешь, то и сделай. А чё хочете, со мной делайте. А я буду мотылять. Я буду как алкаш, блядь. Меня сейчас мотыляет, и меня мотыляет, а я буду как алкаш. Все. Мне я и рот ебал ваши эти игры ваши эти. Меня мотыляет, что хотите? Хотите мне предъявить что-то? Идите в жопу. Меня мотыляет. Я сейчас на пол упаду и сдохну, и все. А что вы хотели? Чтоб меня не мотыляло, ничего не сделаете. Я буду мотыляться. Я такой человек. Вот так вот он думает, главный герой. Сейчас, походу, точно сдохнет. От таких телодвижений, как сломать палку, надо, можно, собственно говоря, и коньки отбросить. Это не, собственно, ни для кого не секрет. Так, нет, это нам не надо. Газета. Да, это называется квест. Попробуй подбери палку, блядь, когда тебя мотыляет. Самое главное, вот попробуйте исправьте это. То есть что, вы думаете, он главный герой такой, там, что-то его лечит, исправляет? Нихера. Он может сидеть рядом с костром, а энергии набирать не будет. Человек-мотылёк, блядь, да. Совершенно верно, это так и есть. Спи давай нормально, да, он не спит. Смысл в том, что ты нажимаешь спать, а он, ему похер. До утра, не до утра, целый день. Вообще не спит, короче. Ну, давай вот добавим топливо, не знаю, там, древесины, полено. Вот, целая куча. Теплоотдача 26-27 градусов. Продолжительность 5 часов. Ну давай 5 часов спать. Чё там? Вот, 5 часов. Расход калорий 300. Он, понимаете, расходует калории, когда спит. У меня калорий не осталось. Он расходует бонус теплой кровати. Плюс 2 градуса. По ощущениям 30 градусов. Ускорить течение времени при помощи сна. Усталость снизится, а если вы здоровы, здоровье восстановится. Подождай. Ускорить течение без преимущества сна. Давай сна. Ничего, вы думаете, что-то изменится? Сейчас человек-мотылёк охуеет. Сдох, как горится во сне. Батенька, увы, помер. А что вы хотели? Он и во сне помирает. Понимаете? Это человек-мотылёк, блядь. С ним, блядь, хуй совладаешь, нахуй. Он, блядь, так сдохнет, блядь. Во сне сдохнет. Просто сидя рядом с костром, сдохнет. Он в любом случае сдохнет. Палку сраную сломал, сдох. На костер, блядь, пяткой наступил, сдох, блядь. Только дохнуть, блядь, может. Человек-мотылек, охуенный человек. Я вам так скажу, это человек, мое почтение. Человек-мотылек, охуенный, блядь. Я не знаю, как с этим чертом совладать нахрен. Это вам не Бэр Гриллс, блядь, который тараканов жрет, блядь, и выживает где угодно. Этот нигде не выживает.
Думаете, он где-то выживает? Нет, он не выживает. Он нигде не выживает. Это же человек... Люди-мотыльки, они в принципе не выживают. Мне я и рот ебал ваши это, и игры ваши эти. И божди дунь, эсти гому, эсти гому, и божди дунь.